Великий человече, что есть человек, что ты помнишь его? И сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты уморил его перед ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его. Псалом 8:5-7. Не рвись туда, где входа нет, где монолит на стен преграда. Преподнесут лишь кубок с ядом в итоге всех побед. Обвитый кроною сомнений, шагнув в расставленный капкан, ты не изменишь совпадений, казалось бы, случайных драм. Ты слаб, великий человече. Стараясь свой замедлить бег, поймешь ли непреложность встречи с толпой коллег? Их души сломлены безумьем, они мертвы, лишь блики тел накрыты тяжестью раздумий пустяшных дел. Они живут, не слыша неба, в пустых глазницах пыль дорог. Не надо им ветров, разбега, их тих мирок. Ты нищ и жалок в ризах злата, с рождения грешен, осужден, а смерть — последняя расплата за то, что искусился злом. Твой главный враг во тьме невидим, но ощутим его оскал. Он в разуме плетет интриги, чтоб свет Христов не воссиял, чтоб ты один стоять остался пред многоликою толпой и никогда не достучался в ту дверь, что выведет домой. Но, человек, ты создан вечным, с великим правом выбирать. И потому не будь беспечным, успей к Спасителю воззвать. Христос твой стяг и путь отрадный, и мощный к покаянию зов. Спасенье дверь и голос правды в огне сражений и боев. Его рука еще спасает, еще тревожит и зовет, еще двери не закрывает. Но только кто в нее войдет?